Всем здравствуйте! У меня на столе очень много вещей, они все куплены на Валберсе, и в этом видео я хочу показать, что конкретно я покупаю на Валберсе для того, чтобы применять в своем рукоделии, точнее вязании. И в конце видео я покажу вот такую вот штучку, называется калькулятор, который очень удобный. Вы знаете, я его сейчас только что открыла для себя, раньше я его не видела. Так, ну немножко позже я покажу вам образец, поэтому все впереди. В первую очередь, смотрите, вот у меня целая куча, но давайте я вот это вот все поубираю в сторону. Оставлю вот это вот. И я хочу отметить вот это вот наше, скажем, богатство вместится в этот пенал. Я сейчас продемонстрирую. Он тоже был куплен на Валберсе. Смотрите, какой он удобный. Здесь у нас размеры спиц от 2 даже до 10. Пенал очень вместительный. Внутри у нас вот такой вот сюрпризик ждет. Немножко маркеров. Ручная работа. И даже пилочка для ногтей. Очень, конечно, приятно. Так, и смотрите, вот я сейчас закину все это, и вы увидите, какой этот пенал вместительный. Спицы съемные, крючки, вот даже две штуки я взяла, ножнички. Ножнички тоже куплены на Валберсе, фигурные, очень удобные. Тем, что кончик очень острый. И действительно, можно очень аккуратно где-то отрезать ниточку. Кроме того, заглушки, смотрите, для спиц. Они бывают побольше, вот этот поменьше. Если тоненькие спицы, вот так вот можно делать. И они очень хорошо для начинающих вязальщиц. Это то, что надо. Так, различные маркеры. Маркеры вот эти вот, смотрите, их много. Цветные, маленькие. И действительно, вот то, что особенно, когда тонкая пряжа. Различные маркеры продаются. Вот они тоже такие же есть. Иногда ими тоже я пользуюсь. Ну и таких вот маркеров тоже, конечно, очень много. Так, и смотрите, вот я все это забрасываю в этот пенал. Кроме того, счетчики есть. Счетчики различные. Этот такой вот механический, который показывает ряды. Так, до 99 ряда можно вот таким счетчиком пользоваться. Есть у нас электронный счетчик. Вы знаете, я его даже видела с подсветкой. Но он стоит, конечно, немножко дороже, чем этот. Вот у нас 0. А затем нажимаете, и будет нумероваться ряд. Выключается где-то через, по-моему, 2 минуты. Очень удобно. И здесь, по-моему, 9999 рядов. Так, вот закидываем. Кроме того, вот такие линейки. Это у меня просто такая яркая. Я ее специально для видео держу. Такие линейки тоже на Валберсе. Смотрите, она похожа вот с этой деревянной. Это береза фанерная. Тоже с этими размерами, но здесь 9 заканчивается, его мы тоже сюда вместим. Такая же линейка китайская. Так, и вот такие вот штучки тоже, они пригодятся для вязания, для тех, кто любит вязать косы, для того, чтобы петельки на вспомогательную спицу. Вот такие вот. Тоже они удобные. Различного диаметра. 4 штучки. Мы их тоже сюда вместим. И смотрите. Рулетка, я еще вам не показала. Рулетка тоже бывает разная. Я сейчас заказала еще кнопочную. Там такая интересная рулетка. Но это вот такая вот. Единственное, что это немножко... Она узковатая. По приемлемой цене можно купить ее на Валберсе. Тоже нужна для вязания.
классная штучка. Вы знаете, мне она понравилась. Довольно-таки вместительно, потому что если взять вот эту линейку 20 сантиметров, вот какой он большой. И по ширине получается где-то 7,5. Так, кроме того, я хочу показать, что вот такие вот манекены тоже продаются на Вайлдберрисе. Если кто-то хочет вязать носочки, о, пинетки какие-то детские. Так, вот эти вот для примерки 10. Это 10 сантиметров, это 12. 11 у меня еще нету. Так, блокаторы для носочков тоже пригодятся. Различных размеров. Это у меня 39-41. Поэтому вот они тоже продаются на Вайлдберрисе. Так, кроме того, я сейчас вот прикупила такие спицы для вязания носочков разных размеров. Здесь у нас продаются они по 3 штуки. И для носков очень они удобны. Вот смотрите, вот так они выглядят. То есть здесь у нас изделие на 2 спицах, и мы вяжем 3. Кто не умеет вязать способом Magic Loop, это очень хорошо вот такими пользоваться спицами. Такие вот спицы, вы знаете, Adi я, скажем, купила не так давно абсолютно. Ими пользовалась тоже немного. Но они меня разочаровали тем, что вот видите, одна спица уже просто оторвалась. И, конечно, я очень удивилась, потому что как-то вот по этой фирме я думала, что такого не может быть. Но, к сожалению, вот такое вот у меня произошло. Поэтому такие спицы я уже больше покупать не буду. Тоже они были куплены на Вайлдберрисе, но как-то неудачно. Пряжа. Вы знаете, пряжи, конечно, очень много, но я вам покажу то, что я вот купила и что конкретно вязала, то есть то, что мне понравилось. Мне нравится пряжа Alize Superwash Comfort, носочная. Я сейчас вяжу вот такие носочки из такого цвета, мужские, обычные, скажем, такие мужские носочки. Вот я, кстати, продемонстрирую на блокаторе, как им пользоваться можно. Так вот продеваем и меряем. И вот смотрите, все четко видно, какая длина, как оно будет ложиться по ноге, какая высота пятки, длина пятки какая. Так, сколько нам осталось еще вязать, вот скажем так, и так далее. То есть блокаторы действительно очень удобные. Я не знаю, буду я снимать мастер-класс по этим носочкам, но вяжу я на размер 42-43. Пряжа мне нравится. Вот хочу отметить то, что она, я уже не раз вязала, и она действительно очень хорошая. Цена также, можно где-то посмотреть, скидочные такие цены, очень хорошие вот этой вот пряжи. Ну и не только этой. Что касается остальной пряжи, смотрите, Alize Wool Time. Знаменитая тоже носочная пряжа, но она 200 метров в 100 граммах идет. То есть, если это идет метраж 420 метров Alize Superwash Comfort, то это толще, хотя при носке она утончается. И вот когда действительно вяжешь, она не такая толстая. 200 метров, но она не такая толстая. У меня есть полный мастер-класс по вязанию носочков с такой пряжи, поэтому если хотите, можете перейти по ссылочке посмотреть. Вот такие вот носочки у меня тоже связаны, не одни артизан. Но не знаю, не могу сказать, что она мне не нравится, но как-то она вот такая вот расцветка, она сильно, скажем так, мне бросается в глаза, поэтому я люблю более немножко приглушенные. Вот. Из того, что я вязала носочки, вот так из пряжи Регги. Вот у меня такой лимонный цвет, она тоже секционная. Но здесь Регги, она характеризуется тем, что здесь у нас хлопок. Носочки хлопковые. То есть, если по составу смотреть, у нас по составу 72% хлопок. 72% хлопок.
18 полиамид и 10 полиэстер. Я сейчас вам покажу носочки, которые были связаны с такой пряжей. Эти носочками связана широкую ногу. Можете посмотреть, на канале у меня тоже есть описание носков на широкую ногу. Там два носка, которые связаны с хлопка. Вот такой вот. Вот эти вот носочки конкретно я описываю там. И из пряжи, насколько я помню, шерстяные, вы знаете, не помню уже точно, но, наверное, или артизан, или Ализе комфорт. Вот именно там описание двух носочков на широкую ногу. То есть там набирается больше петель, естественно, и показывается полностью. Я рассказываю, сколько вязать, высота пятки, допустим, сколько здесь убавочек, сколько здесь рядов провязано, 38, по-моему, 39 размер. Вот, ну и так далее. То есть подробно все описывается, описание вот это вот этих носочков. Так, пряжа хороша, мне нравится. Вы знаете, она действительно хороша. Мужские носочки я тоже связала из такой же пряжи. Так, из того, что у меня еще в планах, вот такое вот интересное окрашивание пряжи. Состав шерсть 75%, 25% па. Вес 100 грамм, 420 метров. Так, это ручное окрашивание. Вот такая вот интересная ниточка. И, вы знаете, она мне тоже понравилась, поэтому хочу тоже связать носочки с такой пряжи. Вот она такая вот яркая, разноцветная. Лавита Калзина. Ниточка очень мягкая. Вы знаете, она такая эластичная. 330 метров, но я набирала тоже 68 петель. Тоже, если кого-то заинтересует, можете перейти на мой канал и посмотреть. Там полный мастер-класс есть. И, кроме того, есть описание даже. Если кто-то вяжет постоянно, вы можете посмотреть просто описание. Если кого-то интересует мастер-класс, тоже можете посмотреть полностью там по вязанию вот таких носочков. А сейчас я вам покажу пряжу, которую я недавно купила. Это новинка, как я вот увидела. Первая вот такая вот у нас итальянская пряжа. Состав 50% шелк, 48% переносовая шерсть, 205 метров, 100 граммов. Там еще был другой метраж, другой расцветка. Это цвет репейник. Такой вот он секционный. Я вот сейчас эти две пасмы. И вы знаете, они довольно-таки, скажем, какие-то интересные. Вот. Про шелк я хочу сказать то, что указан был шелк Малбери. Вот. Поэтому я посмотрела, скажем, в интернете и увидела, что вообще есть два шелка. Два сорта шелка. Это Малбери и Тусса. Сорт шелка Малбери вот в составе, как заявляет, скажем так, производитель шелк Малбери, это шелк самого высокого качества. То есть он не имеет аналогов, никаких заменителей. Так, и вот такая вот тоже пряжа. Здесь у нас получается пряжа, как написано, с шишибриками. Два цвета. Шишибрики это вот такие вот, скажем, утолщения. Я сейчас вот вам открою. Мы посмотрим. 700 метров. 100 граммах, расцветка разная есть, и она вот смотрите какая идет интересная, она довольно таки тонкая, то есть 700 метров это ниточка не толстая, и вот эти вот шишибрики, то есть они такие утолщения идут где-то через 20 сантиметров, вот одно утолщение, вот второе утолщение, дальше идет еще одно вот таким образом, да, вот, то есть тоненькая, потом идут, то есть она, я думаю, что ее можно применять отдельно, но я буду ее применять как добавочную. Посмотрю, с каким цветом ее можно применить. И вот такую вот интересную на лето, я думаю, к хлопку можно где-то добавить. И получится неплохое сочетание. И другой цвет. Другой цвет уже потемнее. Там разные цвета есть, но меня заинтересовало то, что вот такие вот утолщения я еще ни разу не вязала, и мне хочется попробовать. Разноцветная, видите? И вот эти утолщения идут.
Вот я взяла ниточку для сравнения, скажем. И вот так вот. Вот так. Поэтому постараюсь что-нибудь связать, скажем так, вот применяя эти ниточки. Ну и, конечно, обязательно вам покажу. Теперь смотрите калькулятор. Калькулятор для вязания, он пластиковый, совсем тоненький. Вот так он выглядит, вот просто тонюсенький. Три диска. Один, два, три. Так, первый диск это раус. Это ряды, количество рядов. Вот это вот самый большой. 490, 400 рядов, последняя циферка. Маленький круг, вот этот самый внутренний, это стычес, это петли. 300 петель максимальная. Так, и здесь у нас средний 5 сантиметров. То есть он, скажем, изначально должен использоваться. Вот мы с вами связали, допустим, образец. Я вам сейчас покажу просто на примере кофты, которую я вяжу платочной вязкой. Вот в любом месте я прикладываю и проверим, как он действительно верный или нет. 5 сантиметров посчитали. Здесь у нас 11 петель. В 5 сантиметрах высоту у меня 22 ряда. Так, первый круг, вот первый диск, это, как я сказала, ряды. У меня 22 ряда. Значит, я беру вот этот вот средний 5 сантиметров и устанавливаю на широком диске, самом большом, 22 ряда. Вот здесь 5 сантиметров, значит, вот это вот, скажем, указатель наш должен быть на цифре 22 ряда. Вот я его указала. Дальше идет внутренний диск. Внутренний диск это петельки, стычес. Максимальная 300. У нас в 5 сантиметрах, как я сказала, 11 петель. Значит, вот этот внутренний диск находим. Вот 5 сантиметров. И находим, где у нас 11 петель будет. Вот 10 и дальше идет 11. Тоже напротив вот этой пятерочки устанавливаем. Значит, еще раз проверяем. 11 петель центральный, а в последний широкий 22 ряда. Все, мы установили. Вот наш образец, который посмотрели, да? Так, и сейчас смотрите. Все. Теперь какая вам нужна длина? Вот ваше соответствие петель. Если вы берете средний указывает сантиметры, вам, допустим, нужно 52 сантиметра. Вот как я набирала на резиночку. У меня две половинки спинкой перед по 120 петель. Плотность моего вязания была 2,2 петли в 1 сантиметре. Я округлила до 120 сантиметров. Сейчас смотрите здесь, что у нас получится. Так, находим вот центральную среднюю. Нашу 52 сантиметра. У меня ширина по низу 52 сантиметра. Находим среднюю, это сантиметры, 52 сантиметра. И смотрите, оно ровно совпадает. Вот наша циферка 220. Видите, полностью. Вот, ну, я действительно убеждаюсь, что это хороший калькулятор, особенно для начинающих. Вот и все. Количество петель это верхняя часть. Смотрите, вот у нас 52 сантиметра. Можно чуть-чуть было меньше. Да, у меня там действительно выходило немножко меньше, но я округлила до 120. Поэтому смотрите, вот вам 120 петель. Практически это те, которые я набирала. Нужная вещь, особенно тем, кто только начинает вязать. Ну и вообще, я думаю, тоже я лично тоже им буду пользоваться. На этом у меня все. Всем спасибо за просмотр. Если вам понравилось это видео, нажимайте пальчик вверх, пишите какие-нибудь комментарии, я буду очень рада. Задавайте какие-то вопросы. И всех с наступающим праздником Вербным воскресеньем. Вот, всех благ и всего самого хорошего. Всем спасибо за просмотр.